Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Друзья, у нас сегодня с вами будет не парфюмерное видео. Я решила показать вам свои покупки, что я купила за последний период времени. Здесь будет достаточное количество декоративной косметики, ухода, что достаточно странно, не похоже на меня, потому что, например, от декоративки я как-то отошла, но в последнее время что-то мне вот захотелось, не знаю. В общем-то, давайте начнем. Я думаю, это будет полезно для многих из вас, потому что некоторые продукты я уже попробовала и поделюсь своим впечатлением, и все, что я вам покажу, достаточно бюджетное. Поэтому давайте начинать. Ну, начнем, наверное, с кистей, которые я показывала вам в своем влоге. Это кисти Real Techniques, которые я купила на iHerb'е. Просто решила пополнить свою коллекцию кистей. Это очень знаменитые кисти. Многие их любят и пользуются. Ну вот до меня как до жирафа. Первая кисточка, которая мне очень понравилась, это кисточка для румян. Вы видите, что она немножко такая грязная. Я ей воспользовалась, в общем-то, специально, чтобы и вам тоже рассказать. Мне она очень понравилась, она просто невесомая, она очень пушистая, она наносит румяна тонюсенькой вуалью, но если, я так думаю, что если у вас румяна прессованные, или такие не прессованные, точнее, а запеченные, то ворс недостаточно цепкий, то есть он, возможно, не будет хорошо цеплять продукт. Вот. Но если надо, но если румяна пигментированы, если надо тонкой вуалью их наносить, а не ставить какое-то пятно, то вот эта кисть, мне кажется, вообще идеально подойдет. Следующая кисточка для хайлайтера. С этой я еще не разобралась, хотя вот мне казалось, что это будет моя любимая кисть, но пока что такой прям большой любви не случилось. Она тоже здесь достаточно такой ворс, ну, не очень цепкий, понимаете? То есть он, если хайлайтер запеченный или такой очень прессованный, вот сложно этой кистью как-то вот прям много продукта набрать, хотя, возможно, я еще просто не привыкла. Я привыкла, чтобы это мазнуло, и сразу это же видно. Поэтому с этой кисточкой будем посмотреть. Вот такая. И три кисти, которые я купила специально, вот такие малышки и для путешествий. Они, в принципе, предназначены для путешествий, но мне просто удобно пользоваться именно вот такими маленькими кисточками. Потому что даже если кисть большая, я никогда не держу ее как-то вот так. Я всегда ее держу вот здесь с краю, да, поэтому мне, в принципе, не принципиально, какая ручка. Вот эта кисточка, она вообще для пудры предназначена, но я использовала ее для бронзера, и она мне очень понравилась, она очень пушистая. Вот это именно тот случай, когда вот не хочешь поставить пятно или не хочешь слишком много набирать продукта, то мне кажется, вот как раз таки кисти Real Techniques отлично для этого подходят, потому что, как я уже сказала, ворс, он синтетический, он очень мягкий, и если продукт пылит, то вот эта кисть не будет слишком много набирать продукта. В общем-то, мне понравилось. Дальше для контуринга очень прикольная маленькая, я вот привыкла, чтобы кисть была побольше, но это очень удобно, вот, например, вот здесь, да, делать контуринг носа, она очень удобная, и, в принципе, здесь она очень хорошо ложится вот в эту впадинку, понравилась, и кисть для тона, тоже пока что я как бы с этой кистью, она мне понравилась, но как бы такой какой-то пламенной любви не случилось, потому что, опять же, она очень маленькая, и надо долго-долго-долго, да, вот это все размазывать. Хотелось бы кисть побольше для тона, чтобы достаточно быстро разносить по лицу, но в принципе, она хорошая. Наносит она хорошо, она не делает полосы, она очень приятная, очень мягкая, туго набитая, но единственный момент, что она, ну, просто маленькая, да, вот вы видите, насколько она маленькая. Идем дальше, друзья. 150-й раз показываю вот этот сухой шампунь, который я всегда покупаю. Обожаю этот шампунь, он очень классный, сухой шампунь. Еще два шампуня, кстати, с iHerb'а, не шампунь, а шампунь и кондиционер, вот Desert Essence, я купила на замену, это с яблоком, как я понимаю, это шампунь и кондиционер, купила просто, чтобы попробовать, до этого у меня был шампунь с лимоном, расскажу как-нибудь в каких-нибудь пустых, в общем-то, банках, этот еще не пробовала, к сожалению, но я думаю, что мне понравится, не знаю, если кто пробовал, то напишите обязательно.
Следующее, что я купила, это вот такой гель алоэ, 99% алоэ, это холика-холика. Я знаю, что многие уже этот гель 10 раз на себя намазали, знают, что это такое, часто покупают. Но я только вот в этом году решила все-таки попробовать, что оно такое, надо оно мне или не надо. Я должна сказать, что гель действительно достаточно универсальный. Я наносила его и на руки, и на ноги, и на лицо, и одинаково везде он мне нравился. Мне кажется, на лето, когда не хочется перегружать свою кожу, вот прям на лицо наносить будет прям классный. Вот он мне понравился, в принципе. Три средства, которые я не пробовала, взяла, просто кинула к заказу. Это тоник от Natura Estonica. Я не знала, что есть такой даже бренд Natura Estonica, да. Не знаю, что за тоник. В общем-то, как-нибудь попробую вам расскажу. Это... Ничего нету... Блин, ни одного слова реально нету на русском языке. Но здесь витамин С, гиалуроновая кислота, какой-то протеин, в общем-то, не знаю, вот такой тоник. Еще один тоник от Биолита, вот такой облепиховый, тоже взяла, потому что, ну, он вообще там каких-то 3 копейки стоил, почему бы не взять. Тоники я люблю, я всегда пользуюсь тониками. И взяла лосьон для тела от Avon. Это по мотивам какой-то парфюмированной воды, которую я вообще не знаю, но приятно пользоваться именно парфюмированными лосьонами для тела. Они приятно пахнут. Еще одно средство, которое я взяла, хотя думала, больше брать не буду, но оно просто идеальное. Это Garnier Express лосьон 2 в 1. Снимает с глаз даже водостойкий макияж. То есть это для снятия макияжа с глаз. Он отлично справляется с этой задачей. Хотя я использую гидрофильное масло, но иногда я люблю прям туши так много-много навозюкать. И не всегда гидрофильное масло с первого раза смывает именно тушь с глаз. Иногда имеется такой небольшой эффект панды. Поэтому я потом доочищаю свои глаза вот этим экспресс-лосьоном. Очень мне нравится. Он реально снимает, я не знаю, любой макияж с глаз. Да и вообще, в принципе, можно им убирать весь макияж, а потом просто умываться пеной. Еще один уходовый продукт – это маска от бренда «Зеленая аптека». Очищающая маска «Пилинг 3 в 1. Увлажнение и упругость». Там есть разные-разные виды этих масок. Я просто взяла вот любую. Когда-то у меня была очищающая маска от Зеленой аптеки в другой упаковке. Она мне очень даже нравилась. Я не вижу, если честно, каких-то особых различий между там масками, которые чуть подороже идут, и вот совсем бюджетными, как вот эта. Она стоит в районе 50 гривен. Это очень дешево. Здесь 120 мл. Просто огромный объем для маски. Ей можно пользоваться как, значит, там пилингом, да, или маской. Я использовала его всего раз. Именно как маску, она идет с небольшими такими крупицами, частицами, такая белая. Она не высыхает, не стягивает лицо, кожа после нее матовая, такая бархатистая, поэтому, ну, я не вижу вообще смысла переплачивать за какие-то маски. Хотя, возможно, я ошибаюсь, не знаю, но вот это мне прям понравилось. Дальше два продукта, две сыворотки. Вот эту надо бы мне вам раньше показать. Может быть, я показывала, я уже и не помню. Это Makeup Revolution. Я вообще не знала, что у них есть даже какие-то уходовые средства. Это сыворотка с гиалуроновой и молочной кислотой 5%. Я использовала ее всю зиму. Нет, не всю зиму. Я не помню, когда я ее купила. Ну, короче, полбаночки. Здесь вот вам не видно. Вот. Полбаночки я измазала, и она мне, в принципе, понравилась. Неплохая сыворотка, рабочая сыворотка, но, может, мне кажется, мне уже надо что-нибудь помощнее. То есть мне нужен уже процент кислот помощнее, но вообще-то, в принципе, я вот до сегодняшнего момента ей пользуюсь. Сейчас там карантин, мы сидим все равно дома. Ну, я выхожу во двор, но не так часто и не на таком активном солнце. В общем-то, не знаю, как-то я не парюсь насчет этого. Но, в принципе, я использую SPF. Не всегда, но использую, когда я дома, имею в виду. И еще одна сыворотка, которую я тоже показывала во влоге. Я купила ее недавно на iHerb. Это сыворотка с витамином С. Прям бестселлер на iHerb. И она крутая. Она мне очень понравилась. Я всего несколько раз ею воспользовалась. Но после нее кожа настолько увлажненная, что для меня является небольшим таким шоком. Потому что я привыкла, что сыворотки обычно подсушивают кожу. Немножко такой лифтинг-эффект какой-то создают. Ну, может, у меня не те сыворотки. Но у меня в основном с кислотами, да. Вот это тоже, в принципе, кислотная сыворотка, витамин С, но это именно тот витамин, который можно использовать в
солнечные дни. Короче, это витамин, которому солнце не страшно. И он увлажняет кожу. Вот эта сыворотка реально увлажняет кожу. Я иногда даже забываю крем нанести после вот этой сыворотки. Поэтому как бы это большой плюс. Дальше переходим к декоративке. Постараюсь очень быстро. Я такой тараторю. Купила себе бронзер от Catrice в 0,10 оттенке, о котором тоже уже все знают. Ну, любители косметики, да, я... Мне там достаточно, у меня есть там два бронзера, мне их, в принципе, достаточно, но вот случилось какой-то у меня всплеск, знаете, вот захотелось мне какую-то, как-то себя порадовать, в общем-то, не только, не духами едиными, так сказать. Итак, вот этот бронзер, и он просто шикарный, я боялась его покупать, и там говорили, что он с блестками, да, действительно, в нем есть небольшой шиммер, но он настолько деликатный, он настолько красивый, сегодня этот бронзер вот на мне, мне кажется, на лето он вообще будет просто идеальный, он немного тепловат, чем вот там у меня есть бронзер от Flormar, он не такой теплый, вот этот теплее, поэтому, мне кажется, на лето будет просто... Ну, короче, бронзер шикарный. Я его купила за 150 гривен. Это очень дешево. Для бронзера здесь огромная тоже такая. Мне кажется, здесь... Сколько здесь грамм? 8 грамм. Это очень много. Посмотрите, он очень красивый. Он так красиво переливается. Очень классный бронзер на щечках, короче, прям, да. Хайлайтер, который появился у меня, это Vivienne Sabo, линейка Artist de Cabaret, в общем-то, вот такая линейка. Это 0,1 оттенок. Я подумала, что он мне будет похож на... Ой, на кого? На Белор Дизайн, который я просто обожаю, всегда хвалю и советую всем попробовать. Даже если вы приверженец люкса, вот просто попробуйте Белор Дизайн. Вот этот хайлайтер, он, в принципе, неплохой, но он уступает Белор Дизайну. Здесь крупнее, здесь вообще, ну, то есть отчетливый шиммер такой, да, он не отделяется. Ну, то есть это не какие-то крупные блестки. Но, тем не менее, достаточно красивый, достаточно тоже красивый. Но вот вы не увидите, конечно. Достаточно такое деликатное свечение, но все равно Белор Дизайн мой фаворит. Вот это, в принципе, ну, просто для разнообразия, да, почему бы и нет. Румяна, я уже не помню, когда я покупала себе румяна, от Luxe Visage. Одно время хвалили так эти румяна. Это румяна в оттенке 13, и они достаточно интересные. Почему? Здесь вообще очень интересная упаковка, хотя она достаточно хлипкая, ну, как обычно, да? Но все равно прикольно. Вот эта штуковина, она не заполняет, то есть не по всей площади идет, видите, только закрывает именно сам рефил. Вот, открыть его тоже как бы до конца я не советую, а то можно сломать упаковку. Вот такой 13 оттенок. Вот он. И он такой персиково-розовый. На фотографии я выбирала его в интернет-магазине. Он выглядел розовым, но на самом деле он персиково-розовый. Он очень красивый. Опять же, он у меня сегодня на щеках. Мне кажется, это вообще идеальный тон, который подойдет всем. Он и не теплый, и не холодный. Он какой-то, ну вот, универсальный. Очень-очень мне понравился. Бюджетнейший румяна. Очень красивый. Не пылят. Не знаю, насколько они стойкие, я так очень долго их не ношу, пока что не носила, поэтому об этом судить сложно, но вообще красивые. Три туши, которые у меня появились, это моя любимая Luxe Visage 3XL, всегда хвалю эту тушь, это моя любимая тушь, она просто шикарная. Еще одну тушь, которую мне прислали, кстати, в подарок, потому что я покупала Vivienne Sabo два продукта, мне прислали вот эту тушь Vivienne Sabo Femme Fatale. Ну, в общем-то, вот такая она с кружевами. Типа, я никогда не пробовала никакую тушь от Vivienne Sabo, кроме знаменитой Cabaret. Поэтому попробуем. И вот это Lash Sensational от Maybelline. Как только вышла эта тушь, я ее себе покупала. И она очень крутая. Она действительно делает такой веерный объем, очень красиво. Единственный момент, который меня раздражал и продолжает раздражать в этой туши, то, что ее надо снимать такими чулочками, в общем-то, только водичкой. То есть вот эта штука не справится, потому что это просто надо просто вот водой. Это такая, как она называется правильно, я не помню. Но, в общем-то, вы поняли. То есть сначала надо смыть тушь, потом умываться. Я это ненавижу. Я люблю все развозюкать, потом умыться и все. Ну ладно, я буду это терпеть, потому что тот эффект, который дает эта тушь, это просто вау.
Дальше я купила себе жидкие вот такие тени, опять же, от Люкс Визаж. Я знаю, что все уже знают об этих тенях и там пользуются ими, но я, опять же, жираф. Просто не было интереса, понимаете, а сейчас вот появился интерес, что-то мне захотелось декоративки немножко. А, значит, это металлический эффект, металлические тени у меня в 0,1, вернее, не в 0, а просто в первом оттенке. И сейчас эти тени у меня на глазах вот здесь. Они очень классные, они очень классные, мне очень понравились. Конечно, я буду покупать какие-то еще. Мне кажется, на лето просто шикарно. Значит, я наношу эти тени на свое веко и потом растушевываю такой пушистой кисточкой границы и держу глаз вот так вот просто закрытым, ну, где-то минуту, да, чтобы тени схватились, потому что если сразу открывать глаз, тени могут скататься, значит, ну, вы поняли, в складочку. Поэтому советую попробовать, вообще копейки стоят. На лето они такие сияющие, там еще бронзовые оттенки. В общем-то, буду присматриваться. Еще один продукт от Люкс Визаж. Это вот такая кисточка для бровей. Классная кисточка, вот прям мне понравилась. Тоже я купила ее, я не знаю, что-то за 2 доллара. Понравилось. Карандаши для бровей. У меня их целых 3. Начну с любимчика, который просто... Ну все, это мой фаворит. Это тушь, не тушь, а карандаш для бровей от Vivienne Sabo. Вот такой. Так, куда мне эти карандаши? Вот такой он тонюсенький. Здесь просто очень тонюсенький грифель. Посмотрите. Идеальный цвет. Это 0,1 оттенок. Идеальный для блондинок. За счет того, что карандаш очень тоненький, им можно прорисовать, ну просто, я не знаю... Просто крутой. И бонус у этого карандаша, у него достаточно приличная вот здесь кисточка, которая реально вычесывает, она реально справляется с задачей. Карандаш, который стоит меньше, чем 150 гривен, но как бы что еще желать? Он просто шикарный. Если бы я знала, я бы не покупала вон те, которые у меня есть. Разочарование полнейшее. Это карандаш от Avon в блонд, да, блонд. Оттенок называется блонд. Когда-то очень давно у меня был карандаш от Avon. Не выкручивающийся, что это выкручивающийся, который был не выкручивающийся, я покупала его 10 лет назад, и он просто идеальный мне был по оттенку, поэтому я решила, почему бы мне не купить выкручивающийся, да, возможно, оттенок будет похож, но нет, он, в принципе, такой достаточно светлый, да, вроде бы подходит мне по тону, но на самом деле на бровях он рыжит, и это просто ужасно. Он мне не понравился, я его уже и на глаза пыталась, и на губы пыталась. Он хорош для бровей, да, у него хорошая текстура, он просто не подходит мне по оттенку, не знаю, что с ним делать. Карандаш от Люкс Визаж, который сейчас у меня на бровях, классный, в 100-м оттенке, вот такой какой-то тауповый тоже цвет. Он мне нравится, но он не такой тоненький, как Vivienne Sabo. И для того, чтобы наносить Люкс Визаж, надо держать в руках 2 продукта. Для того, чтобы наносить карандаш, ну, то есть оформлять брови карандашом от Vivienne Sabo, достаточно только его, потому что здесь и кисточка, и карандаш. В общем, было классно. И последний продукт, который тоже меня удивил, это карандаш. Я не знаю, который я купила за 9 гривен. Я даже не знаю, сколько это в долларах. Это, наверное, 30 копеек. От бренда Diva в 0,5 оттенке. Я его купила просто, чтобы округлить сумму, когда я заказывала себе какой-то там заказ. Просто кинула вот это за 9 гривен, да? Там 9 или 10. Блин, и он крутой. Он сейчас у меня на губах. Это такой приятный... На губах, как матовая помада, при этом он не стягивает, не сушит, не делает какую-то куриную попку с губ. На губах он как помада, у него прекрасный оттенок, такой нюдовый, я такие люблю. Там еще какие-то были оттенки, я как бы не знаю, как они себя ведут на губах, но конкретно 0,5 мне очень понравился. Я вообще люблю использовать именно карандаши вместо помады, вот заполнять им все губы. Вот такие у меня губы, вот такой... Карандаш. Очень понравился. Все, друзья, натараторила вам, старалась очень быстро, но тем не менее, захотелось просто разбавить такой парфюмерный поток. Все, желаю вам всего самого хорошего. Если вы знакомы с какими-то из этих продуктов, обязательно пишите мне в комментариях. Девочки такие, девочки, любим не только духи, но и косметоз. Всем пока!